В Армавире продолжаются работы по обновлению дорожного полотна. Еще в мае стало известно, что наряду с ямочным и капитальным ремонтом городских магистралей работы запланированы и на Урицком путепроводе. Поездки по нему доставляли неудобства водителям из-за стыковочных швов, которые пришли в негодность. Уважаемые жители и гости нашего города, Урицкий путепровод закрывается на ремонт. В связи с этим движение по нему будет перекрыто с 22 июня по 22 августа текущего года. За это время планируется провести ремонт деформационных швов. В итоге это обеспечит более плавный ход автомобилей по Урицкому путепроводу. Водителям необходимо обратить внимание на изменение схемы движения в этом районе, следовать предписаниям дорожных знаков и разметки. Маршруты объезда путепровода опубликованы на официальном сайте администрации города, в сетевом издании «Муниципальный вестник Армавира» и в газете «Армавирский собеседник». Мы понимаем, что перекрытие движения создаст определенные неудобства для автомобилистов, но это вынужденная мера. Поэтому просим вас с пониманием отнестись к ситуации, набраться терпения для того, чтобы после окончания ремонта движение по путепроводу было комфортным и безопасным. На выполнение работ компании-подрядчику потребуется более 7,5 миллионов рублей. Деньги уже выделены из бюджета. Реконструкцию путепровода планируют завершить к концу лета. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».